Хотите экономить на своих покупках? Регистрируйтесь в сервисе Letyshop и получайте кэшбэк в более чем 900 магазинах. Покупайте с удовольствием. Регистрируйтесь в сервисе Letyshop, устанавливайте расширение для своего браузера и экономьте на своих покупках. Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир и канал «Китай стал ближе». И сегодня у нас очередная посылочка. Сегодня очередная посылочка. Посылочка эта пришла 2 недели назад, хотя заказывалась очень давно. Посылка была заказана мною, так как хотел пополнить свою коллекцию монет. Это копии монет из Китая. Копии наших русских монет, российских, из Китая. Значит, посылочка шла с трек-номером. Трек-номер отслеживался. Все дошло хорошо, дошло быстро. Дошло где-то за 2,5 недели. Дошла посылочка эта. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что же прислали наши братья-китайцы. Упакован вот такой вот пупырчатый пакет. В посылке больше ничего нету. Давайте открывать и смотреть. В принципе, что я коллекционирую монеты, многие мои зрители, наверное, знают. Но вот решил я пополнить такими вот необычными экземплярами. Вот такие вот монетки. Это копии монет. Копии монет, выпущенных к юбилею Великой Отечественной войны, к юбилею окончания Великой Отечественной войны, как правильно сказать. Вот, в общем, вот такие вот монеты, выпуском 2015 года. Значит, давайте рассмотрим их поподробнее. Вот эта вот монетка, это монетка номиналом 50 рублей, Банк России, целых 75 сотых грамма. Это серебро, ну, должно было быть серебро вообще, по идее. Вот здесь вот такая вот, такое изображение, вечный огонь, 70 лет победы, сделано очень красиво, печать аккуратная, чеканка хорошая, то есть подделывают они довольно-таки искусно, в коллекцию прямо вот, ну красота, я вам так скажу, конечно, естественно и по весу понятно, что это не серебро, потому что монеточка очень легкая. Но все равно выглядит очень красиво, и я думаю, для коллекции можно оставить. То есть посмотреть, вот это вот номиналом 50 рублей. Следующая монетка номиналом 3 рубля, Банк России, тоже серебро 925 пробы. Ну, как бы серебро, 31 грамм, 2015 год. Вот здесь у нас двухглавый орел. А здесь вот картина «Выгружение знамени на Рейхстаг» и надпись «70 лет победы». Очень красивая монеточка, она уже потяжелей, весить она должна, оригинал должен весить 31 грамм. Здесь не написано, что это копия или еще что-то, здесь даже штемпель монетного двора есть, похоже, что петербургский монетный двор. В общем, для того, что даже штемпель монетного двора они скопировали. Вот такая вот монета, 70 лет победы. И еще вот такая вот монета, большая, огромная монета, 25 рублей. 25 рублей, должна весить 155,5 грамма. Серебро 925 пробы. Ну, естественно, что это не серебро. Но все равно очень красиво выполнено. Здесь вот так вот сделана такая вот картиночка. Все очень красиво. Говорю, даже есть вот эмблема монетного двора. Сделано, конечно, шикарно. Сделано шикарно. Оставлю ссылку под описанием.
Кому понравилось, смотрите, переходите, покупайте. Сейчас я их сниму еще поближе. Если кому-то понравилось, переходите, покупайте. Очень красивые монетки. Ссылочку оставлю под описанием видео. Так что, кому понравилось, заходите, берите, покупайте. Итак, дорогие друзья, вот такие вот были сегодня монеточки. Кому понравилось, заходите в описание, переходите по ссылочке, покупайте монеты. Заказал я еще много монет, идут еще мне монеты. Опять я начал коллекционировать, начал собирать. Как-то забыл про это, сейчас опять вспомнил, попалась мне монетка. И опять вот заказал монеты, так что монеты идут, будет много. Кому что интересно, спрашивайте. Если что-то я не прав, в чем-то поправляйте. Ну а на сегодня все. С вами был Владимир, и это был канал «Китай стал ближе».Подпишись на канал, нажми колокольчик оповещения, и ты узнаешь первым о новом вышедшем видео. Нажимайте колокольчик оповещения и узнавайте о новостях первыми.